Друзья, приветствую на канале CryptoRelaxx. Сегодня мы рассмотрим airdrop-компанию от топового проекта Memeland. Memeland — это криптопроект, созданный популярной соцсетью 9GAG с аудиторией более 200 миллионов. Это аналог СНГшного Пикабу. Подписчиков в Твиттере почти 17 миллионов. Твиттер-скор аккаунта 9GAG — 66. Сам Memeland — это NFT-проект, который запущен в начале 2022 года. Подписчиков в Твиттере 439 тысяч. Твиттер-скор — 144. У Memeland есть довольно успешные и популярные NFT-коллекции с хорошим объемом торгов. Это MVP — Floor 37,7 эфиров, что на сегодняшний момент примерно 61 тысяча долларов. Капитаны — Floor 4,7 эфира, это примерно 7 тысяч долларов. И картошки — Floor 1,6 эфира, примерно 2,5 тысячи долларов. Сейчас проект Memeland запустил airdrop-компанию по фармингу поинтов. Получаем мы их за довольно простые действия. В дальнейшем эти поинты можно будет конвертировать в токены проекта, что нам, собственно, и нужно. Что необходимо сделать для участия? Переходим на сайт memecoin.org/farming. Подключаем свой Twitter-аккаунт и выполняем задание. Первое. Добавляем в свой никнейм в Твиттере надпись Love Memecoin и благополучно вылетаем из аккаунта. Дальше Твиттер просит нас пройти аутентификацию и доказать, что мы не роботы. Когда аккаунт вернется к жизни, идем получать поинты. Следующее задание – опубликовать пост об участии в данной кампании. Публикуем, подтверждаем, получаем поинты. После этого подключаем свой кошелек и подписываем транзакцию. И последнее доступное задание – это задание с рефералом. Картошки за 2,5 тысячи долларов у нас нет, так что пробуйте указать рандомный номер NFT картошки или капитана от 1 до 9999. В любом случае задание вам засчитают. Еще появились задания с подпиской на Twitter. Переходим в Twitter, подписываемся, получаем поинты. На этом пока все. Следим за сайтом и ждем новые задания. Если у вас довольно большая ферма, вы можете купить NFT-картошку и на свою ревку регать свою же ферму в надежде, что это окупится. Но мы этого делать, конечно же, не будем. На выполнение этой бесплатной активности уходит мало времени, так что скипать точно не стоит. Ведь мы прекрасно знаем, как иногда выстреливают мем-токены. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Также больше полезного контента вы найдете в телеграм-канале CryptoRelaxx. Ссылка в описании к видео.